Он ждет вас. Простите, что спрашиваю, сэр, но не лучше ли у меня в кабинете? Было бы удобнее. Я хотел поговорить открыто. А в ближайшие часы это место, как говорят сотрудники разведки, мертвая зона. Как-то связано с положением солнца, я слышал. Мешает дистанционному прослушиванию. Еще раз извиняюсь, сэр, за неудачу с президентом. Я знаю, как важна она была для наших интересов, и уверяю, что в будущем... Никакого будущего, пока вы не объясните, как это случилось. Братья. Им удалось... Они еще живы. Да. Похоже, им удалось бежать из страны. Куда? Мистер Махон считает, что в Панаму. Что вам известно о ней, мистер Ким? Только в рамках моего допуска. Возможно, ситуация требует от нас смены стратегии. Когда суд выдаст ордер на арест Махоуна? Со дня на день. Сразу после предъявления обвинения. Ясно. Тогда один вопрос. Что если он в офисе? Он увидит меня? А он читает по глазам, и если он узнает, что я вовлечен в это, мне понадобится защита от... Уиллер! Спокойно. Отдышитесь. Махоун читает только то, что вы напишете. Ведите себя как обычно. Нам не нужно, чтобы он встревожился и сбежал, и все будет кончено. Хорошо. Спасибо. Нет. Спасибо вам. Уиллер!